Так, что-то нам трактор с гильдии Санрайз Эрдру нужен. Интересно. Повороте, ну блин, не знаю, наверное, тебе бы взяли варум ДК. Ну, то я попишу бы варум, не там. Да, уже си милики добрани. Добрани, да, блин, добрани, там полминут. Что поробишь так? А можно милирейдом убить? О, бульдозер. Ушел с оленей. Кто это вообще? Жирный медведь, я знаю, сова. Так, кот неплохой. Он у оленей был. Там я на кухне видел. Вот у них есть, это я вдавить буду. Что, про дизарм кричать, что ли? Раз, раз, раз. Блин, кто там припёр кучу сзади? Кому там репа не хватало? Вы упадете, потому что я упал. Ой. Я только сейчас захожу. Не знаю, кто-то специально или случайно. Вы еще, блин, канул РК людям. Кто этот пак топ? Это кто такой? Кто? Тпак топ, он пишет в чат, Санни, ты кто? Ты так трактор прочитал? Я угораю, блядь. Ну, а урк чего, зайдет или не? Достоверно неизвестно. Притворись мертвым. Мне кажется, центральный трэш надо убить. Тут, кстати, на Кладбоне там на моего холи приста похож дух. Брэди сейчас два хила. Я посъебал. Может перформера убрать? Он полипал, он 5.9 плюсовал вроде как. А чё он сказал? Ничего, просто стоит, ждет, пока трэш убьет, наверное. Так он не в ЦЛК даже, в ледяной короне. Он на выходе стоит, сейчас пролетал мимо.
Вы что, поехали, что ли? В принципе, его можно хилом. Так, блядь, я там варю в скороварце. Есть? А он вообще в АФК ушел. А? В АФК ушел, мне кажется, его надо менять. Этого перформера. И оргчела тоже что-то не заходит. А там... Это подруга Тулгалы на Двогольце. Оргчела? Да, сейчас только взял ее, час назад в гильдию. Таня какая-то. Бля, опасный кот. Смертные! Блин, так что вы не добрали рейд? То на хеме и вас есть второй. Давайте денег, да. Крафтишь вещи. Ну давайте тогда перформера пока кикну. Ну, вообще что-то его нет. Если напишет, я приму обратно. Да надо ретрика взять. Кто там хотел на демона зайти? Санни. Ты можешь демоном пойти, а повороте пойдет своим варом, которого одеть надо. Хорошо. Повороте, ты слышишь? Хотя он отошел, подожди, не заходи. Кого лучше взять? Хардкора? Retrix 6.1 из Knight of Azeroth или Микроса из The Horde Retrix 6.2. Иногда ГС не показатель, да? Ой, ну давай Микроса возьмем. Первее ответил. Ну чё, чё ты спросил? Про тактики вы этих обоих сказали, они ответили, да, в курсе, фул. Напишите ему, чтоб кресты бафа. РК дай. Так, держи Релота. Оп. Так, рейд добран, 2 Эршамы в рейде, 2 Эрдру. 2 Ретрика есть, демон есть. Даже 4 ШП есть. И 2 совы, 2 кота даже. Хантом на лече. Повороте зашел. Вернулся точнее. Хочешь варом пойти, а Саня вместо тебя плохо? Да, давай я варом зайду. Повороте, а что тобі треба зі шмота на вара? Мені треба йому вибити оцей Мітріус, чи що він нападає, щоб отобити. Так навіщо тобі Мітріус? Ти ж Фуріка збираєш, а не... Ну, у мене ДК ще є, Олег. Тоді заходь ДК, а не вару. Я в них не розумію сильно, але стараюсь. Хера де камитре. Ну, хай буде там. Ой, ти що, не бачиш, що вже 25 людей в рейді є? 25-й. Воно фікаш. П'яту чи так. Ну, він афікашить. А, це трактор афікашить? Да. То він мені впевне писав, можна я... Це заїбалі, блядь. Три хвилинки він піде покуре, а там вже будеш відсутувати, кікати чи ні. Добре? Чому це так розвалює?
Сани, заходи давай на лок. Сани, заходь на лок, бо вже по вороті вийшов, з нього зайшов на цю ДК свою. Ты кикнул трактора, как ты мог? У трактора фикашил. Знаешь, сказал, что ну это... Пошел, отошел на пару минут. Потом будет меня плохим человеком. Ты просто, наверное, не понял меня. Я не видел, что он писал там. Он не тебе писал, он не в ПМ написал. А. Молодец! Молодец! Я твой ПМ не видел. Давай ты би пизда с украинским акцентом. Котик это по-польски. Так, це він. Где там этот самый блок? Саня, где ты? Ну, бачиш, він написав тобі паті. Это вот произошло через секунду, как я закончил говорить. Шкаф исчез. Печально. Ну, треба йти на сумон. Я можу піти на сумон. Та я прилечу. Давай погнали уже. Алло. Го. Треба одна людина на сумон. Я вже на камінці стою. Не надо бафи никаких, просто давайте пуляй. Подожди, нічого не пуляй. Ну підійди до камня за сумоним одну людину. Людину. ДК і О. Живі, я вже летів. Сама не літає. Іди на мурах. Валар Морголіс. Дракаріс. Бахейріс. Зима близько. Какой свой ебальник? Ибо ночь темна и полна ужас. Че, реально пульнули босса? Да. Читай гимн на ХП Вивальди. Так. Да ну нашу. Серж, поднимай норку. Так, Эндряга. Да, лупи мне. Сейчас. Эндряга, поднимай микроса. Да что вы все падаете? Нападаем уже. Короче. Блин, Кулонга сорвал босса. Притворись мертвым. ДК убили. Сейчас, короче. Иди нахуй, что ты, блядь? Мы будем играть или я пойду Дегера ФКшить нахрен? Да что-то, ну, два тела бегут вроде, не знаю. Они вон в инсте уже. А, не, лок еще не в инсте, он в ледяной короне. Мага ДК ТВРК, брат. А, да, лут. Давай ты лут пораздаешь, ладно? Ты... Мага ДК будешь делать квест на своего вара? Или ты пойдешь в обычку? Можешь? Так какого ты ждешь так долго? Ты же можешь сделать квест. Ты видишь, какие топы собрались, хилы. Ты потеряешь шанс. На следующей неделе обычек не будет. А вот тебе скромности не занимать. Ну в смысле, я не хил. Я так-то хилов хвалю. Ты чё? Да ты чё? Ты шел вроде бы при этим хилом. Весело. Был собранный рейд. Дали Олегу в пати. Начали собирать гера. Теперь еще 45 минут потратили.
чтоб чумку убили, блядь. Ой, да ладно, чё вы там ноете? Потратили максимум 15 минут. И то я вам добрал людей. Ну и сколько при тебе ушло? Никого. Там хан тохнулся просто, до меня еще и все. И все, кажется, да. Вот этот Террагос вухнулся. А еще этот лок случайно вот его. Хотя он вообще в аркане был. Ставишь кавус, саманем и начнем. Кто осмелился призвать меня? Забафали лока. А чё, я лутер дал тебе, если чё там? Это самое, ну чтоб разрубил. Кому ты лутер дал? Баш. Приста баф дайте. Ну всё, пуляйте. Чё? То я на замене посижу там. Говорите, в РК, если фонит. Белос, ты будешь раскол нажимать вообще? Судя по практике, нужно объяснить, что такое вообще. Что такое раскол, например? Потому что вчера в моем рейде шаман падал с платформы, например. Не знал, что надо хилить в Алитрию, так порталы. Я очень расстраивался, поэтому... РДД роли. Баш, кидай через РДБ. Так, а кто знает этот дебаф раскол? Какой класс заменяет еще? Или такого нет? Рогер. Мутик, да? Любой. Да, любой. Роги невыгодно. Роги невыгодно. То что? Не понял, что Рога потеряет 20% ДПС. Вам удалось сквозь пелену. Это может комбо делать, да? Да, это как завершающий прием получается идет. Ты теряешь одно потрошение там, к примеру. А мутик может это вешать? Любой. Запросто. Любой Рога. И любой будет терять этот ДПС, верно? Так, а чем выгоден Армс в ПВЕ рейде? Двумя бафами сразу.
совершенстве, вашей слабости. Он кота заменяет, мангал его. Кота и рога. И рога, да, 4% на физу. Капец. Арм собрать вместо двух колонн. Хотя нет, тогда стана не будет. В эра. Во тьму в резке армс хорошо заходит. Да. О, тогда надо армс собрать. Давайте вот. Ну там ловы нужны рукас. Ну какой ты ли ваш? Времени не прошло с пола. Ну ты 3-4. Давай напишем. 12-40. А там квест что? Шарнитесь и шарится. Мама убьет тебя, блядь. Не кидай уже акул. Леди Диспельте? Герата? Трэш. Блин, так весело в РК. Ты не в силах противиться моей воле. Совы, дайте смерч коту. Чем могу помочь? Первому, второму. Это первая бычка на КД.
что они послали нам вас. Вот он может отдать. Улетел. Быстрее. Воскресенье. Молота Оргрима. Пойдет. Спешите, то еще сможете его нагнать. Блин, че раньше до этого не думал? У меня время. Дай, смотри, за второй геры ты можешь потом в РС не пойти. Да я не пойду во вторую геру. Там и без меня людей хватает. Да, Трися, прошли те времена, когда мы сидели по 7 часов в рейде, да? Такого никогда не было. Ну, я не имел в виду в одном рейде. Добычка сначала шла, потом 25 гер, потом РС-ки 3 штуки. Там десятка гер, блядь. Потом обычка десятка. Такого извращения я не помню уже. Да, я помню, мы как-то собирались с Тимуром, еще когда эти делали, блядь, ачивы на дракона. Что-то ходили 25-ки, ходили, потом где-то, наверное, в час ночи по десятку, короче, норму, по ачиву. Ну, еще, как показывает практика, там, добрать солчата кого-то не страшно. И судя по скиллу, я имею в виду, что РС-ка может задержаться тогда. Ладно. Это нормальный собус. Если ты даже... будешь 20 ЛК в субботу и воскресенье идти. По 20 ЛК в субботу и воскресенье? Не, я не, я имею в виду один день ЛК. 4 ЛК за... за 2 дня выходных, это жирно. Блин, просто я вот заметил, это бабочка, вторая, третья, она по времени выходит со сбором 2 часа, 2.10, 2.20. Это почти то же самое, как и Гера. У нас иногда с одной Герой проблемы со сбором, а ты сразу две хочешь, я не знаю. А сейчас пришло время солчата просто брать людей. Смотря что у нас правило было за час 30 пройти обычку, получить доп. ЕП. Сейчас это невозможно, мне кажется. Надо собирать фуловый рейд, чтобы так сделать. Трэш этот починили, братский. В каждом квартале задерживаешься по 5-10 минут. Да, раньше все быстрее было. Да, раньше трэш не работал. Сейчас подключу. Я не знаю. Им сейчас сказать, да? Ну просто, ну, не знаю как. Ну, по идее можно. Ну-ка, что ты хочешь сказать, давай-ка. Ну, к примеру, воля, если пойдет сет, я отдавать ретрику. Не, что-то нет, в прошлый раз отдал вроде, да, в пятницу. Не знаю. Там весь рейд угорал, блять. Ретрик потом, кстати, волю кому-то отдал. Ну... правильно, что отдал, я бы. Не, ну одно знать. Дело чешку там или клык, или я не знаю, выбор. Ну блин, воля. Но она вообще не катит реплику, да? Я просто не играл за паудина, я не знаю. Да не надо, не отдавай. Он колбу пускай забирает, а срез чешку. Панковская роля.
а кому он? Это танки носят? Носят. ППГ только. Присоединись ко мне, отец. Да то же самое, что сове отдать ботинки с тухлого собычки. Я колбу носил на сове, нормально было. Кстати, носил собычки ботинки и ношу до сих пор на сове. У психа их сролил. Сучок ходишь. Хотя с, с нынешними условиями, что в 10 гир вообще никто не ходит. Никто не собирает. Да там вообще нечего делать, только на первые 4 босса смысл есть. Я пообещал его матери, когда она умирала. Только обычки есть смысл. Вот эти 25. Неважно, умер бы я или выжил. Да, вот я помню раньше собирал всеми персами, там 5-6 до 10 гер. Чтобы выбить пояс себе с профа. Ботиночки. Какая же хуйня. Еще в адептах старых, до капсулов. Да-да-да, или 25 обычку, я помню. Списочек, на кого надо ботинки выбить, талисман. И так далее. Теряет весь смысл ходить в обычки. Указать дом разве что. Геру. Ну да, Геру. А вы потом куда войдете? В Геру, в этот, на профа? Или на синдром? Неизвестно. На профа? Давай на профа. Вороте, ты дочитал книгу? Что? Читал книгу по французской революции. А я 10 раз фильм про революцию. Это тот же фильм? Все-таки Роберт Спин больше та сука. Дайте сука. Да, по фильму, да. Предал своего школьного друга ради людей. Сасин, там тоже рассказывается о французской революции. Сурок аж заплакал, воля не выкрепля. А что ты? Сразу 3 человека ливает. Как в старые добрые времена. Он кто был нормальный, это Д'Антон. Веселый мужик был. С твоей точки зрения. Камил Тимулен был нормальный. Ну, давайте послушаем точку зрения Трисии. Не, ну я вообще имею в виду, что в каждой революции свои герои с каждой стороны. Там однозначно говорить, это, ну, не знаю, неправильно. Знаешь, что написали о Робеспьере после смерти?
прохожий, не печалься над моей судьбой. Ты был бы мертв, когда бы я был живой. Нормально так. Не печалься, вы. Да, про меня также напишет. Повороте, а какой у тебя ГС на ДК? А? Какой у тебя ГС на ДК? Сейчас. 5,7 там. О, ты уже его отнял. Подожди, ты танком в рейде? Да. Я сейчас пипнусь. Да, странно, что не за... Он 5,7к пускай танком идет еще, блядь. Кстати, такой вопрос, а Глору паладинам дают или нет? Кого? Глору. Нет. Вообще, почему бы и нет? Сначала фурики и БДК танки. С какого перепуга? Я не знаю. С такого. Я не дам. Это обычно. Проще попросить у меня 25 древнейших саранита и сделать грань. Глора нахрен лучше, чем грань. Надо перебивать все вещи, шмотки, потому что мастерство у тебя перекап. Тебе оно надо? Мастерство не может перекап быть. Ну, Глоры будет. 54. Хард. А, извините. На кой тебе хардкап нужен, ты чё? Я не подумал, как хардкап. Или 56. Шубха Ливон в Гере харю не разбил. Кстати, вы так сказали о революции. Вообще-то революцию делать два течения. Нормальные и отморозки. Но отморозки берут вверх. Так чё, спонсировали англичане революцию, да? Какую? Французскую. Нет, конечно, они враги были. Поэтому и делали революцию, потому что... Здравствуйте, Брэк... революция, потому что народ восстал против короля. Король хотел больше денег. Да, говорят, народ восстал, мне прям смешно становится. Потому что народ, там было национальное собрание. Мне тоже смешно. Смотрите, в повороте национальное собрание, там было три сословия, верно? Три дворянство, сословия, духовенство, да. Дворянство, третье. Духовенство. Там какой был смысл, да? Три сословия и три голоса. Что? И они голосовали там за разные законопроекты, верно? Да. Вот, духовенство, дворянство было за короля, а мещанство, ну, не поддерживало. И, ну, как обычно происходило, духовенство, дворянство перевешивал третий класс. То есть два голоса против одного. Как на Титанике. Санта-Барбара, блядь. Ну, король просто сам по себе был слаб. Людовик 16. Его казнили, да? Да. Не слабый, ему просто не повезло родиться в это время, так он нормальный чувак был. Не, он нормальный был, но это не его дело. Слабохарактерный. Слабохарактерный. Мария Антуанетта, она даже больше в роли мужика выступила в конце, нежели он. Она не сбежала, она все нормально было, восприняла, понял. Кстати, переписывалась с русской царевной, этой, как ее, Екатериной II. Писала, что их ущемляет там чёрт. А у Екатерины там самые большие яйца. Екатерина... Петр хотел сделать из русских немцев, а Екатерина хотела сделать из русских. Ну видишь, как смешно получилось с Робеспьером? Его поставили свои же, Олег. Ты пришел сейчас про кого? Про Робеспьера говорю, его свои же поставили. А, ну да. Революция пожирает своих создателей, то же самое. Октябрьская революция.
История повторяется. История не меняет. Робеспьер поступил не тактовно в этом деле. Назвать врагов, обозвать врагами, а потом не назвать имя. Это вы сейчас страж где бьете? На собаке. На совете какое? Вот. Мы бьем трэш на совете. Кого лучше первого убивать? Тактика, командира, лейтенанта? Без разницы. Ну почему? Тактик, например, станет танком. Вот тактика, два ошеломления по танку. Командир, например, убивает танк. То тактика. Большого надо первого вообще. Ну почему? Да, роста. Большого. Потому что он боб дает. А если он даст боб тактику, то ДПС не понизится. Пенточка. Что понизится, что? ДПС. Кого? Ну, в моба, в боб. Так мы будем другого бить? И сдохнет. Да не. Тут Ильич самый опасный моб на уровне этих кастеров. В совете. Подляны особо не делает. Давайте в рейндж 3 ШП, 3 совы. На кой тебе рейндж? Это лучше. Вот возьмите и станьте, кому он сказал. Аня, а твой вопрос, а кровь она без КВ дается или нет? Можете там. КП дается. О, великий сюрприз. У вас очень сильно фонит микрофон. Такое ощущение, что вы из Казахстана. Кулак. Микро сдай крест и кто там паладин кулак. Проса. По ханту. И по гарам тоже кула. По детям тоже. Че там, поехали? Серж и Вальди. Я... Поехали. Советы вообще не ждать сразу пулять этих боссов. Эти пару минут. Кто-нибудь видел Берсу гниломорда? Видел. Все видели. Все полезли. Я не видел. Она на 30 начинается. Чинил трубы для подачи ядовитой слизи. Не видел ни разу. Всегда на 30%. Да, да. У него берсы нету, она на 30%. Кто на 30%? Там ничего не показывает. Отображается у него. Таймер чумы, которую он вешает быстрее. Что-то я не замечал этого. Невнимательно смотришь мувики? Не знаю, просто диспелю людей и не замечал, что болезни быстрее кидаются. Вам же попросили не диспелить. А если диспелить, ничего страшного не произойдет, просто слизень появится и все. Ну да.
Да там просто меня диспелили, а я на бабу прожил. Точнее, я прожал уже после диспела. Какой-то нехороший человек здесь был. Это Войд по-любому. Делать мне ничего. Ну как обычно, нечего, поэтому и диспелишь. Так, а если дать Дивайн напала на любого персонажа с болезнью, дизинь будет? Она так и будет висеть. А если Диван, то она сбросится, конечно. Если Бог, так и будет. О, а если, допустим, на паладина кидается слизень, и он кидает диван на кого-нибудь, пропадает болезнь? По-любому пропадает. Но появится слизень маленький или нет? Эффект же рассеется. Ну, по идее, появится, потому что цель же мертва, соответственно, она умерла, возможно, от этого, от этой доты. Это слизень появится. Ну там короля. Сейчас. Давай поворотимся. Да я поэт. Потрясающе. Сейчас пацан оденется. Зря пошел. Все, один ролик. Да давай, господи. Я тут шип упал, просто из РДД всего один ролик, странно. Ну за половину ГП, да? За половину, да, давай, да. Новый спек сразу зарой, паладин. Пора на всех чарах качать профу наложение чар. Не-не-не, надо качать инженерию, чтобы лужу выносить. Нет, чтобы распыливать эти все вещи. Одна наложение. Давай, я распылю. Кто сейчас первую сродил, тот и вторую забирает. Энгри выиграл. Вы бы сломались. Поэтому я и хожу паладином и крестом, потому что там удар есть. Элис, шкаф. Это добавьте этого ксайзера в гильдию, это лайфстил. Без шкафа, короче. Без шкафа беги. Он топнул ножкой, и шкаф сбился. Блин, а на БК не было шкафа, был просто портал, этот блок его просто вызывал, и все, было шкафа. На каждого шара тратить, ох, как, блядь, весело было. А, да, тогда ж мог только лок вызывать порталы с... суммонить, никто другой не мог этого делать, да-да, я помню. Сейчас игра побольше, казуальнее стала. Начинайте. Чтобы костер сделать, надо были реги. Ровишка купить. Это обычный облак газа, только будьте осторожны, не такой... Рестер-друиды распилить там, да? Ну. Чатью паладина по 30 секунд длились. Раз обновлять надо было. Тот, кто в миле станет, так что доставал до всех миликов и до танка. Подожди, а если весь рейд станет в одной точке, он забльется? Конечно. Давайте три спора в одну точку снесем. Такой рейд захилит. Проверим наших хилов. Не, они не захилят. Только 5 друидов могут весь рейд. Делать я чего со спорами? Поздно. Что поздно? Да весь спор уже были. Да, уже вторая. Диван все исправит. Кидай на спору диван. Ну, я так делал, когда чего проходили, от чего команды давал диваны, кидали на споры, если там 300 ком можно стать. Громила танка сильнее сейчас хит. Красочиво на профи обрела какой-то смысл.
паладин. Все переключить. Это вообще кто-то делает чего на профи? Ну, кот, вернись. Сама делалась как. Ну ладно. Не, не. Чего не после. Громила, хиль, чё ты стоишь? Ты ничего не делаешь. Я ж вижу, что ты стоишь, ничего не делаешь. Ты всегда так играешь. Ну посмотри, Рекан. Уж так всегда играет. Я вообще прикалываюсь. Ну, 2,8 ТПС. А кто это вообще? Это с чата типа? Да, чат, шаман. Громила, ты в РК? Браток, сейчас два человека упало, ты, мне кажется, их не захилил. Ну, его можно поменять. Ну я могу зайти похилить только на боссов, но трачу не надо. Я не знаю, стоит ли его тащить дальше. Громила, ты в РК, напиши что-то, плюс в рейд какой-то. Мы как бы можем тащить, но не тогда, когда ты стоишь по 10 секунд, ничего не делаешь. Это, по-моему, меня этого шамана добрал, он написал, что 6 КГС и тактики знает. Не знаю, что ты сделал. Смотри, камень возвращения кастует. Блин, я... Да, прожали. Вообще в приколе. Прикинь, камень возвращения кастанул. Лол. Высокое. РДД, что мы говорим? Какие-то боги там... Сейчас прокручу, может, сохранил. Какие-то боги там чего-то, блядь. Заскринь, пожалуйста, кинь в группу. Да. Всех сразу роем. Да, думаю, там в 3 хила можно все захилить. На крайняк выйду в холле приставки. Войны тьмы. Я поражаюсь таких вот. Каждый раз одно и то же. Какой им прикол так делать? Я этого никогда не пойму. Чё, кого-то добирать там или чё? Ну, Олег сейчас зайдёт. Ну, я не говорил, что зайду. Если надо, могу подамажить на боссах или по хилу, всё равно. Ну, хила ливнул, хила надо. Ну, заходи, подамажишь, Дофа. Ну, там сейчас у вас сколько, 3 хила, я ж 4 добрал. Сейчас 3, да. Ты пиши, был чат, может, тот зовётся, будем идти параллельно. Ну гуляйте пока там профа, если не зайду. Не теряйте время. Три хила, тем более, три хила с гильдии, я там все спокойно захилю. Я так, на всякий случай взял. Мало. Он в итоге, он ничего не кастовал. Вот щит, 8 раз проф. Один щит, а вот. Быстрена. Пару раз ну а посмотрите его отхил на предыдущих боссов. Можно в ЧС закидывать, знаешь. У меня не сохранилось. Но он цепуху пока ставал, когда я ему сказал, что ты здесь стоишь, типа, и все. Ладно, хипреста спрыгнусь под стрелку. Вы уже ивент прошли? Да. Запулили босса уже? Сейчас маму отопились, блин. Ну давайте шкаф, сейчас зайду на варен, захочу. Я там ставил вроде бы шкаф. Ну подойдите, вот он шкаф ставил. Давайте сразу кидай на варен, я зашел уже. Звоните там. Дайте только бафы, там кулак, каску. Лапу пристабав. Макгрегор. Клацнул. Сзади. Макгрегор. Че, ПХМные тактики? Да зачем?
Зачем? Ничего тут не надо стопать, это вообще пофиг. Да, это... Это как ППГ. Не, я имею в виду, можешь к зеленому подвести. А, да-да-да, к зеленому, конечно. Можно. Ужал до бафа. Кулак, и можно начинать. Есть еще ретрик? Росар, дай кулак повару. Пожалуйста, спасибо. Шенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. ДК вроде добавили вара, а раскол так я нажал. Да я не стакую эту фигню. Ну действительно. Согласен с тобой. Стакаем уже в Гере. Блин, на первой фазе стакать, по-моему, спадает, нет? Че, зеленого слизня надо бить. Я ничего не чувствую. Что? Это еще... Давайте подратить, милики. Сейчас должны нас откинуть. Опа. Блин. Блин, как меня провод бесит, пиздец. Да все, не веди никуда. Вставляй его здесь. Ты колпи, блядь, кастует по полторы минуты, уебок. А вот не знаю, это на офе так же он делает? Нет. Это как-то странно. Он там быстро все делает. Просто, блин, да, он кастует в колбах, ждешь это 5 секунд, вот это. Это очень неудобно для миликов. О, опять вещь стоит. Иди в квадратик, профа. Надеюсь, меня не выберет цель. Это красное облако бейте, что-то в числе на цели будет. Блин, когда он уже миликов выберет, а? А рост будет? Дайте там рост. Сейчас бомбу. Да. На секунду.
Так. Четвертым заберу обратно. Общий ДПС был у нас в руке. ПЕшка выпала. Тебя взять в гильдию этого ДК? А, да не, не надо пока. Ты чё? Все роли? Заебут с рейдом битвус. Не, пока не надо. Потом, попозже. Думал, будешь танчить на МРС, жаль. Меня прикалывают, когда просто в гильдию зовут ДКшку мою. Постоянно, блядь. Сайзер, ты тут?